Сахаровский центр – это в первую очередь открытая дискуссионная площадка. Для нас очень важно, чтобы на нашей площадке происходил честный, открытый разговор о самых важных, самых актуальных, самых острых проблемах, которые волнуют наше общество. Безусловно, у нас есть своя позиция, свои ценности. Можно их выразить Сахаровской триадой – мир, прогресс и права человека. Тем не менее, мы заинтересованы в настоящем, открытом и честном разговоре с людьми, придерживающимися противоположных точек зрения, если только это не человеконенавистнические взгляды. Поэтому для нас очень важно, что московские процессы будут проходить именно у нас. Тема взаимоотношений религии и общества сейчас очень важна, актуальна и остра, и не только в нашей стране, и во всем мире. И я уверен, что без живого, открытого, честного диалога эта тема, эта проблема будет приводить только к разрастанию тяжелых и кровавых конфликтов. Мы обречены на диалог и на поиск взаимопонимания.